Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый симулятор под названием Samurai Legend. В этом видеоролике, как вы поняли, не будет обзора на скрипт либо же чит, то есть это просто будет игровой ролик. Так, перед началом, естественно, хочу вам показать кодик, который здесь есть, под названием Release. Вводим его и нажимаем Confirm. Все отлично. И нам дали монетки. Так, теперь. Здесь смотрите, что вам нужно. Вам нужно прокачивать, получается, скорость. Потом чи. Силу удара. И умение, получается, махать саблей. Также здесь есть тренировочные зоны. Вот здесь X2. Чтобы вам прибавлялось X2, вам нужно 25 уровень иметь. Так, меня сейчас убили. Ну, я, в принципе, не сильно прокачан. Также здесь есть сундуки. Можете их получить. Просто к ним подходите, и вам даются монетки. И также есть групповой сундук. Вы его тоже можете получить. Здесь у нас, получается, прокачивается здоровье. Да. Потом, здесь у нас есть боты, которых вы можете убивать. И за них получать монетки. Вот, как видели, я сейчас получил 9 йен. И также я получил опыт, получается, для своего персонажа. Сейчас у меня 14 киллов, 4 левел и 79 монет. Также, в принципе, давайте посмотрим, что у нас тут по донату есть. Здесь у нас геймпассы. Также вот эти вот чи, потом скорость. Агилити, это получается... Умение, если не ошибаюсь. И йены — это монетки. И также сила. И вот сила. А это здоровье. Да. Отлично. И также умение, получается, владеть саблей. Так, ну, в принципе, давайте купим что-нибудь. Так, здесь мы получаем 1000 умения. За сколько? За 19 робуксов. Значит, заходим сюда. Нет, вот сюда. И смотрим. Получается, за 1000 умения я где-то получу 25 уровень. Может быть, даже и меньше. Все-таки, я думаю, выгоднее, наверное, будет купить монетки. Давайте купим монетки. Сколько 10 тысяч стоит? 19 робоксов, отлично. Покупаем. Так, смотрим. Все, они прибавились. И теперь прокачиваем. Так, все отлично, мне хватило. Так, значит, сейчас идем на тренировочную зону. Как видите, сейчас я получаю всего лишь одно умение. Идем сюда. И почему-то прибавляется до сих пор одно умение. Давайте прокачаем еще раз. Монеты позволяют. Так, давайте умрем. Почему-то не прибавляется, очень странно. Так, может быть, я что-то делаю не так. Все отлично. Также здесь уже есть довольно прокачанные чуваки. В принципе, как во всех играх. Так, и я здесь до сих пор почему-то получаю по одному. Так, а если по счетчику посмотреть... Тоже прибавляется по одному. Странно. Ладно, в принципе, если это баг, то его исправят в следующем обновлении. Вот, вы можете пока начать играть. Игра по-любому скоро будет популярной. Вот, естественно, пару обновлений, и игрушка будет без багов. Сейчас на данный момент есть баги маленькие, потому что это, естественно, новая игра. Вот, а новые игры, как показывает практика, всегда в основном выходят с багами. Вот, так что, в принципе, можете прокачаться до обновления. Потом выйдет какое-нибудь новое крутое обновление с новыми фишками. И у вас уже будет прокачка, чтобы их затестировать. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Тут у нас есть группа, получается. Я так понимаю, вы, получается, ее создаете. Приглашаете туда кого-то. И, я так понимаю, вы не сможете его убивать.
То есть, если сейчас кто-то примет приглашение, он будет в моей группе числиться, то я его, естественно, убить не смогу. Так, вот кто-то к нам зашел. Отлично. Теперь нас двое. Также можно сделать его лидером, либо кикнуть. В принципе, довольно прикольно. Давайте сейчас пройдемся по всей карте. Посмотрим, что вот здесь вот есть. Скорее всего, тут уже другие боты должны быть. Ну-ка. Нет, здесь пока у нас ботов нету. Окей. Здесь вот какой-то у нас получается порт. Скорее всего, в следующем обновлении он уже будет функционировать. Так, ну тогда давайте в другое место с вами пойдем. Здесь вот уже новые боты, которых вы можете убивать. Естественно, у них больше здоровья и больше урона. Также вот здесь вот мини-босс. Так, идем дальше. Здесь пока у нас ничего с вами нету. Здесь вот, по-моему, тоже зона прокачки. Так, вот здесь какой-то корабль и мост. Интересно. Скорее всего, тоже в следующем обновлении что-то будет в нем. Так. Мост у нас либо недостроен, либо просто не прогружается. Скорее всего, не прогружается. Так, давайте заходим сюда. Ага. И здесь у нас пусто. Окей, это получается тоже будет добавлено в следующем обновлении. Интересно, что там будет. Так, давайте прыгаем сюда. Кстати, забыл сказать то, что у вас прыжок бесконечный. То есть, сколько хотите прыгать, столько можете. И прыгать без покупки геймпасса. В принципе, довольно прикольно. Так, здесь у нас тоже новая локация. Новых, получается, ботов тоже пока что нету. Скорее, в следующем обновлении добавят. Так, вот здесь у нас что? Угу. Здесь у нас просто получается декорация. Так, также у нас тут подземный проезд есть. Но, как видите, здесь тоже пока ничего нету. Так, окей, ладно. Давайте найдем что-нибудь еще. Статую, кстати, из Ninja Legend. Кто мог заметить? Прикольно. То есть, кстати, это игра от создателей Ninja Legend. Что довольно прикольно. Так, ну как и говорил, тут получается у нас зона прокачки. X3 у нас действует. Вот, но вам нужен 50 уровень. Так, здесь у нас новые боты. Давайте попробуем убить. Но я думаю, не смогу. Да, у них урона довольно много. И, естественно, дамаг у них больше, чем у меня. А также, смотрите. Скорее всего, я так понимаю, вот это какой-то телепорт. И с помощью этого телепорта вы в следующем обновлении, которое выйдет, сможете куда-то телепортироваться. А здесь, скорее всего, тоже, я думаю, будет телепорт. Как видите, он пока что недостроен. И, возможно, вот здесь тоже что-то будет. Ну вот, интересно, конечно же, узнать. Также здесь есть таблица лидеров. Это получается у нас по здоровью. Это по рангу. Это у нас по чи. Это по киллам. Так, а это по скорости. И стоп. Запутался немного. Короче, смотрите, вот это получается по здоровью. А вот все-таки вот это у нас по агилити. Я не помню, как это переводится, но это что-то другое. Вот, если вы знаете, можете написать в комментариях. А вот здесь у нас по, получается, скиллу меча. Так, ну давайте, в принципе, поубиваем пока ботов. Скорее всего, он меня убьет. Да, естественно. Так, давайте пойдем его добьем. И получим за него монетки. Но мне кажется, его сейчас уже убьют. А нет, оставили, отлично. Так. Значит, тут у нас тоже получается тренировочная зона. Давайте все-таки пойдем на ту тренировочную зону. Может быть, она заработала уже. Так, ну, как видите, пока что X2 до сих пор не действует.
Также у меня поднялся уровень скорости, что довольно круто. Так, а здесь почему-то у нас до сих пор с вами не работает. Ну-ка, если другой скилл какой-нибудь взять. Тоже по одному прибавляется. Окей. Ну, значит, скорее всего, это баг, который пофиксит, естественно, в ближайшее время. Вот, все будет функционировать. Здесь тоже тренировочная зона. Ну, я думаю, в принципе, на этом буду заканчивать. Ссылочка на данную игру будет в описании. Можете заходить, играть, прокачиваться и ждать новые обновления. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.